катаемся, что ли? Ноги стал все-таки левый. Я обе поставил, сейчас пробую. Что? Так я ездил левый же. Сразу. Ты жаловался, что тебя поставили, или там было симметрично? Так симметрично было. Задавите.
Вот и закончилась наша сегодняшняя покатушка. Мы уже едем в Шинкансене. Вон там вещи наши. Все норм. Я смотрю на пене на работе. Думаю, блин, пикник купить вкусно. Вот так вот люди ездят на отдых. Мы едем почти полупустой вагон, не то что когда мы ехали сюда. Просто в субботу вечером с горнолыжек мало кто уезжает, вот и все. Все, это был хороший опыт. Рекомендую, если хотите съездить на один день. Вполне достаточно, не надо много усердствовать на горнолыжке. Все будет норм. Вот. Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч.